во-первых, хочу поздравить с победой. Я думаю, здесь главное, что ребята старались. Моменты, особенно во втором тайме, было много. Единственное, немножко не получилось в концовке. И в последние моменты не могли реализовать. Но все равно, я думаю, мы заслужили победу. В перерыве были сделаны сразу две замены в центре поля. Были недовольны действиями центральных полузащитников? Нет, просто надо было, чтобы каждый по 45 минут из ребят играл, и чтобы поровну нагрузка поделилась на игроков именно на этой позиции. В целом, можно сказать, что плановая подготовка к второй части сезона удается? Ну, сейчас тяжело сказать что-то. Все равно еще есть несколько игр, но хочется верить, что все идет так, как мы планируем.